По данным Приморского УГМС, в связи с активизацией циклонической деятельности над Японским морем, в период с 8 по 11 ноября в Приморском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий. Вечером 8 ноября во Владивостоке ожидаются осадки, местами очень сильные, сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду. Ночью и днем 9 ноября в Приморье пройдут осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами очень сильный, с количеством до 50 миллиметров. В отдельных районах возможно гололедное явление. На деревьях и проводах отложение мокрого снега. В период влияния циклона в заливе Петра Великого ожидается высота волны до 3,5 метров, в открытой части моря до 5 метров. Неустойчивый характер погоды сохранится 10 и 11 ноября. Под влиянием фронтальных разделов временами будет идти снег разной интенсивности. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья скорректировать свои планы на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, владельцам маломерных судов воздержаться от выхода на морскую акваторию на период действия предупреждения. В связи с сильным штормовым ветром возможно падение слабозакрепленных конструкций, ограничить нахождение на открытом пространстве. В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно сообщить по телефону 112. Берегите себя и своих близких и не подвергайте свою жизнь опасности.